Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. За многочасовое отсутствие электроэнергии будут отвечать главы районов и муниципалитетов. В понедельник на аппаратном совещании в режиме видеоконференц-связи с муниципальными образованиями глава региона Шалбан Караул напомнил всем ответственным и прежде всего руководителям муниципалитетов, что они персонально отвечают за многочасовое отключение электроэнергии в населенных пунктах. В каждой подобной ситуации штаб возглавляет председатель администрации района, подчеркнул глава республики. И нужно четко отработать порядок действий при аварийных отключениях света и работу систем жизнедеятельности в зимний период, отметил он в своем обращении. Также глава региона поручил членам правительства принять пошаговый план действий по реализации всех предложений, озвученных в послании, которые были сформулированы, исходя из запросов общества. Но прежде всего он обратил внимание на поддержку малых сел и улучшение пассажирских и межмуниципальных перевозок. Каждый из членов правительства должен найти свое место в этой работе. Кроме того, обсуждая вопросы доступности спортивных достижений для населения, глава республики подчеркнул, что новое управление МЧС, президентское кадетское училище и другие объекты вместе с их спортзалами были построены благодаря настойчивости республики. Поэтому нужно организовать работу этих залов так, чтобы они были доступны и другим жителям, в первую очередь детям. В завершении председатель правительства предложил провести республиканский съезд работников культуры в селе Сороксеп, где предстоит открытие нового дома культуры. В Москве начал работу итоговый форум действий Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». В нем приняли участие более 4000 человек. Это активисты и эксперты Народного фронта, руководители федеральных органов власти и журналисты. Итоговый форум действий ОНФ будет проходить в течение 2 дней. В первый день состоялись дискуссии на 6 тематических площадках: «Экология будущего», «Устойчивое развитие», «Экономика будущего», «Цифровая страна», «Территории будущего», «Новые пространства», «Медицина будущего», «Здравосохранение», «Образование будущего», «Новая школа», «Молодежка ОНФ». Сегодня на основе результатов мозговых штурмов были сформулированы соответствующие предложения, которые традиционно станут базой для дальнейшей работы активистов. Напомним, что в Туве с начала года в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» ликвидировано 54% от всех отмеченных на карте проекта стихийных свалок в регионе, а для уборки остальных принимаются меры. Январскую пенсию перечислят на банковские карты до Нового года. Ближайшую пенсию граждане смогут получить в первой декаде января, когда откроются отделения Почты России, или на банковскую карту еще до Нового года, сообщает издательство «Российская газета». Пенсионный фонд, чтобы не задерживать выплаты, перечислит деньги в банке 28-29 декабря. Кроме того, страховую пенсию в 2018 году проиндексируют на 3,7%. В итоге с января размер фиксированной выплаты вырастет до более 4000 рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 81 рубль 49 копеек. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на чуть большую величину, более 4%, после чего ее средний годовой размер вырастет до 9000 рублей. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 69 копеек, евро 69 рублей 4 копейки. Твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея? У нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Со следующего года вступает в силу новый порядок проведения диспансеризации. Некоторые виды скрининговых исследований теперь будут проводиться чаще, через год, а не раз в 3 года. Как пояснила министр здравоохранения России Вероника Скворцова,
Утвержденный ею новый порядок позволит сделать диспансеризацию более адресной. Одна из главных целей – выявление некоторых видов онкологических заболеваний на ранней стадии. Именно по этой причине в Минздраве страны предусмотрели обязательное прохождение маммографического исследования для женщин в возрасте от 39 до 51 года раз в 2 года. Также решено сделать более частыми исследования для выявления рака прямой кишки. Риск его возникновения увеличивается с возрастом, поэтому предусмотрено обследовать каждые 2 года граждан, начиная с 49 и до 73 лет включительно. Некоторые виды исследований, наоборот, в ведомстве сочли избыточными, по крайней мере, у молодых граждан. Так, электрокардиография, которая необходима для определения риска болезней сердца и сосудов, раньше была обязательной для пациентов, начиная с 21 года. Теперь ЭКГ будут проводить мужчинам старше 35 лет и женщинам старше 45 лет. При этом предусмотрено, что при наличии у пациента индивидуальных показаний врач назначит нужное исследование дополнительно. В Министерстве образования и науки Тувы состоялось чествование победителей и участников всероссийского конкурса «Мой русский язык». В конференц-зале министерства в теплой и дружественной обстановке участники всероссийского конкурса поделились своими впечатлениями о столице России и об участии в конкурсе ораторского мастерства. Юных победителей встречала заместитель министра образования и науки Республики Сайзана Таву. Напомним, 14 и 15 декабря в рамках 385-го юбилея вхождения Якутии в состав российского государства и столетия со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова, автора стихотворения «Мой русский язык», в Московском доме национальности проходил всероссийский конкурс ораторского мастерства «Мой русский язык», где принимали участие учащиеся сельских школ. 4 участников из Мангунтайгинского и 2 участника Чаохольского районов достойно представили честь республики на всероссийском уровне среди 9 классов. Гран-при всероссийского конкурса завоевала учащаяся села Чаохоль Чаохольского района Тана Айжи. Она выступала с рассказом об образе своего села, о флоре и фауне, о природе. Жюри конкурса отметили, будто сами побывали и своими глазами увидели ее родное село. Тана рассказала о затоплении села Саянским морем, о возрождении нового села, о так называемых альпийских лугах и о сельчанах. Меховые выставки основательно подготовились к Новому году. Новое поступление шуб отличается широким разнообразием меха. Среди тысячи моделей можно найти не только норку и лису, но и более редкие модели из мутона, астрагана и нутрии. Конечно, удлиненные стильные модели с капюшоном интересуют посетителей больше остальных. Поэтому, если вы задумались о покупке, лучше ее совершить в первые дни выставки. Укороченные модели «Автоледи» – практичная городская классика. Аналогичная модель, но с удлиненными рукавами, представлена дизайнерами из лисьего меха. В отличие от норки, он особенно популярен на западе страны. Капюшон – это в первую очередь удобство, которое спасает от холодного ветра и снега. А еще это дополнительные расходы на шкурки, а значит и более высокая цена конечного изделия. Альтернативное решение – покупка шапки, которую также можно приобрести на выставке. Выгодный вариант – оплата наличными. Для таких покупателей предусмотрена скидка 10%. Также для удобства покупателей на все изделия предусмотрена рассрочка до 2 лет. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в городе Кызыле в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 14 по 24 декабря с 10 до 19 часов. В марте 2017 года компания «Ампир» объявила акцию «Окно, дверь, машина», розыгрыш ценных призов и автомобиля в качестве главного приза. Условия были простые: соверши покупку на сумму от 10 тысяч рублей, получи промокод и зарегистрируй его на сайте. За прошедший год уже было определено 4 победителя. Обладателем первого приза смартфона стал Сана Валерий Медирович из села Байдак. Второй приз – жидкокристаллический телевизор – забрала Бичиол Шанчала Викторовна из города Кызыла. Третьим победителем стал Чикден Рустам Александрович из села Чехоль Республики Тыва, и его призом стал также смартфон. Четвертый приз – жидкокристаллический телевизор – также нашел своего обладателя – Кудрявцев Денис Александрович из города Кызыла. Кто стал главным победителем, мы узнаем прямо сейчас. Мунгия Яска Галолович? Да. Здравствуйте, меня зовут Ника, я звоню от компании «Ампир». В июле этого года вы совершили покупку, покупали окна и стали участником акции «Окно, дверь, машина».
Я хочу поздравить вас, потому что 16 числа этого месяца у нас состоялся розыгрыш. Вы стали победителем. Поздравляю вас, вы выиграли автомобиль. Да? Да, поздравляю вас. Спасибо. Сегодня известно имя победителя, участвовавшего в акции «Окно-дверь-машина» от компании «Ампир». Счастливчиком и обладателем новенького авто стал Аяс Манге. Мы вас поздравляем! Ну, так-то и не ожидал, и даже забыл. И вчера вот вечером позвонили, когда я триколор регулировал, и не поверил там. И сегодня тоже приехал, тоже не поверил. Акция, которая длилась почти год, подошла к концу. Все призы, в том числе автомобиль, теперь обрели своих владельцев. Поздравляем всех победителей акции от компании «Ампир» и желаем в новом году больших успехов и новых побед. Компания «Ампир» поможет сделать ваш дом надежным, теплым и уютным. Здесь вы можете найти большой выбор товаров и услуг. Входные и межкомнатные двери, пластиковые окна, остекление балконов и лоджий, лестницы по индивидуальному заказу, а также большой выбор различной фурнитуры. Компания «Ампир» по адресу улица Аюна Курседи, 151. Первое республиканское FM-радио «Голос Азии» продолжает прятать подарки в черте города. На этой неделе радиоквест «Замес майонез» и «Такси апельсин» предлагают отыскать бесплатные поездки на такси. И чтобы это сделать, нужно, как всегда, разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. Сегодня победителем квеста стал Иван. «Замес майонез»! Ура! И вот наш победитель, мы звоним на радио. Ура! Ура! Разыгрывать бесплатные поездки «Такси Апельсин» будет в течение 2 недель. В «Такси Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66100 и 66200. Или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получайте 5 рублей бонусом за каждую поездку. «Такси Апельсин» – быстро, удобно, безопасно. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что у нас действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике облачность без осадков. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью -30, -32 градуса. Днем -22, -24 градусов. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.